Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Пока я человек, тебя к нему ревную. Мужчине, что стоит ко мне спиною, ладонь ты нежно положила на плечо. Не называй такую жизнь судьбою, когда любовью дышишь горячо. Пока я человек, тебя к нему ревную, взгляд его дерзкий, руки в карманах. Что он сказал про душу проживую, живущую всегда в твоих очах? Поверь, ведь ревность мне легко оставить, любовь мудрее и сильнее крыл, свист в небесах, которые восславить стремится дух, что жил и восходил. Разлуки нет, нет грусти и печали, есть жизнь миров бесчисленных вдали, которые мы в людях открывали. Здесь, в центре всех вселенных, Натали. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Пока я человек, тебя к нему ревную. Иерусалим, 2008 год.